Доброго времени суток! 12 марта 2018 года вступают в силу новые условия роуминга Мегафон в Крыму и Севастополе. Наблюдается значительное снижение цен. Изменения коснутся тех абонентов, которые подключат себе тарифные планы линейки «Включайся», тарифы «Переходи на ноль» или «Посекундный» с 12 марта 2018 года. Для остальных абонентов Мегафон изменения будут вводиться поэтапно с 12 марта по середину мая 2018 года. Итак, что же за новые условия роуминга в Крыму ждут в ближайшем будущем абонентов Мегафона? Входящие с номеров Крыма бесплатно, исходящие на номера Крыма 3 рубля за минуту, входящие из других регионов России 2 рубля за минуту, исходящие на другие номера России 3 рубля за минуту, СМС на любые номера России 2 рубля, мобильный интернет 2 рубля 20 копеек за 1 мегабайт. Это значительно дешевле, чем то, что наблюдается сейчас. На вашем экране вы можете наблюдать таблицу действующих условий роуминга в Крыму. В таблице для некоторых параметров указаны две цены. Слева с опцией Крым за 15 рублей в сутки, справа без опций. Получается, что с опцией Крым за 15 рублей в сутки исходящие СМС менее выгодны, есть только бесплатные входящие. А вот в новых условиях платные исходящие пережить как-то можно, да и стоимость ниже. Но когда же наконец операторы сделают бесплатные входящие без всяких опций? Пора бы, ребята! Однако у Мегафона не все так плохо, ведь входящие хотя бы с номеров Крыма являются бесплатными. Пока я записывал данное видео, Мегафон уже успел удалить новость с новыми условиями роуминга в Крыму. Что же случилось? Мегафон опубликовал новость с неверными параметрами? Или просто передумал менять условия роуминга? Я думаю, что это мы узнаем в ближайшее время. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последние новости мобильных операторов.